Здрасте. Всем здрасте. Да. Федя Маркевич здесь. Может, да, здесь. Он здесь. Я просто, решил записать, значит, видео, да, для потомков. Как в 2022 году, 24 сентября, на Автору можно было, на Автору, на Авито, можно было в Твери посмотреть машины. Ну, то есть это просто архивное историческое видео, потом, возможно, по этому ролику будут проходить уроки истории. Вот, мы, значит, ставим плюс 50 километров и выбираем цену до, скажем, 98 тысяч рублей. Хотя это очень много, на самом деле, для меня. Поэтому лучше поставим 40. 41 объявление, то, что надо. Вот. Блять, мне не нужны биты. Ух ты, блядь. Так, сейчас. Мне не нужны биты, мне нужны чисто на ходу, блядь. Регистрация не важна. Кроме бит хочу. 29 объявлений. Уже круг уже становится. Mercedes-Benz 190. Сейчас посмотрим. Ух ты, блядь. А чё снаружи не фоткают? 7 фото в отчете. 10 тысяч рублей. Тебе не надо Мерседес, Федя? Нет. 10 тысяч всего. Это как треть твоего ноутбука. Отломи клавиатуру, пойди продай, возьми Мерседес лучше. Volkswagen Passat, 88 год. 1.8. Движок на 90 сил. Мотор в плачевном состоянии, все остальное нормально. Кузов также живой. Цена за всю машину. Вся информация по телефону, смс. Бля. Вообще тема, только он не универсал, к сожалению. Надежный немецкий аппарат. Тверская область. Нихуя себе. Ну, в принципе, неплохо, я бы сказал. 40 тысяч. Ауди, пассаты какие-то. Это все очень дорого, мне такое не потянуть. Хотя гольф неплохой, на самом деле. Довольно неплохой вариантчик, да, бензин механика. Увидим Passat CL со спойлером, то есть вот мы можем увидеть, чтобы скорость была больше и как бы воздух облегал машину, нет крышки бензобака. Мотор в плачевном состоянии, но хотя бы есть. У нас в Волге было с этим проблемно. Цена за всю машину 40 тысяч, просто каких-то 8 пятитысячных купюр и машина твоя, пожалуйста. Иж Москве 412, 75 год. Музейный экземпляр, что могу сказать. Ни битые, ни крашеные дрифтеры не катались. Только он в мусоре в каком-то стоит. И у него заднее крыло поржавело. Продаю Москвич Иж 412 года. Ой, блять. Ну хотя, в принципе, одно и то же. 1875 года под восстановление. Приехал на ходу, стоял во дворе под тентом 7 лет. Жидкости слиты. Много новых запчастей, в том числе по кузову. Места смотрю каждый. Даже могу доставить в Тверь. Шикарно, блядь. В наше время такое еще можно было купить. Это опа. То на ходу нужна замена заднего провода. Чего? Чего-то надо. Домик. Какого домика? Сущность в виде гномика, может? А чё это? Блин, чел фоткать не умеет. Пятерочка нормальная вообще. 99-й год, зеленый, ну, конечно, цвет говно. ТП не обнаружены. Один раз продавался на Авито, 7 входа, старая цена и пробег. Ну, это все интересно, конечно. Но это успеем посмотреть еще. Так. Бля, такие ведра на самом деле. Это я уже видел. Порогов нет, но дырявые нет смысла смотреть. Деревня Степанькова. Продаем целиком на запчасти. Короче, выбираю машину, чтобы ездить в Шарагу. Через 2 года. Как бы. Ну вот это уже охуительный вариант, я считаю. Только у меня рост 1,89 м. И ну вот так, конечно, устрашающе смотрится, довольно круто. Ух ты, вот это, блядь, моща, ебать мне колеса. По-моему, у него... Сколько у него цилиндров-то, 2 или 4 вообще? Если 4, то они маленькие, значит. Провод
Фотка висит. Отлично, если что, можно прикурить другу курящему. Приключение передач спортивное, как мы видим. Кстати, очень эстетично на самом деле смотрится. Зеленый запор. 10 100, блядь. Продается ли комната? Блядь. Похоже, у него нет документов. Это значит до первого мента. 35 000. Гарантия юридической чистоты уже вижу, значит, машина, о, блядь. Фанаси, главное, указать. Ух ты, ебать. О, нет, как-то вот с этой стороны лучше было у нее смотреть. Здесь вообще все как-то плоховато у нее. Бля, с этой стороны машина вообще замечательно выглядит, хотя здесь и то все ржавое. Три раза продавался на Авито. Видимо, она вообще никому не нужна. Заводится и едет, нужно варить заднюю балку. Смотр возможно с 9 до 18. Большие перемерки. Бля, где у нас вообще большие перемерки? Перемерки. Нет, это не то, что мне надо. Ой, извините. Это же Бигфут. О, Бигфут. Бля, вот видимо здесь нужно осматривать. Кладбище, большие перемерки, блядь. Нихуя себе. Может как-нибудь без этого обойдемся? Короче, понятно все. Так, едем дальше. Москвич 2141, 88 год. Ровно такой же, как был и у Виктора Цоя. Продается на ходу, села КБ, торг. Тут осталось от отца. Походу дедушка умер. У меня что, состояние? Состояние на 31 000 рублей. Между прочим, а какой смысл вообще ехать себе покупать? Например, вот что у нас есть? Вот у нас есть официальный сайт ВАЗ. Ну, Лада, или же. Вот, допустим, что у нас здесь стоит? Гранта 670 000. Допустим, или Веста, который все любит. Лям 100. Кому она нужна, собственно, если у нас есть вот такое вот объявление с интереснейшей квадратненькой машиной из 80-х за 30 000 рублей. Вообще не понимаю этих людей. 7 записей 2019 года в истории пробега. Выигрывайте Toyota Camry 3.5 с проверку авто. Обязательно. Бля, ну кстати, машина интересная, на ней приезжать шарову самое оно. 400, что, блять? 4 000 рублей, машина заводится, все. Просто по телефону торгу не последний, сена. Документы все нормально, звонок час. 06 до 20, какой-то хач, видимо, продает. Угу. А тут можно как-то имя-то узнать? Пользователь, частное лицо. Жигули. Ну, блять, конечно, тут... Ну, 40 000, не, лучше тогда уж москвич из-под дедушки брать. В полном разборе, что? А, ну понятно, девятка в разбор идет. Срочно на ходу, все, вопрос по телефону, очень хороший торг, как, блядь, что? Документы-то есть, Запорожец 88 года. Главное, чтобы документы были. Бля, мне кажется, я знаю, где это. Или нет. Красные горки, нихуя не знаю, срочно. Круто. Так, посмотрим еще немного. Audi 80, 90 год. 40 000 рублей. Прямо сейчас продается за 230 000. Поколение B3, 86-91 год. Самое охрененное. Продаю авто под восстановление или целиком на запчасти. Авто на ходу, ДВС, КПП норм. Пороги под замену, двери, крылья без дыр. Из документов ПТС. СТС утерян. Остальные вопросы по телефону. Ну, значит, наверное, на учет-то можно как-то поставить. ВИН же есть? Есть. Ну и все нормально. Все будет ездить. Не хочу покупать отчет. Блять, не мог как-то подальше сфоткать. Какой-то крученный пробег, короче. Но Audi 80 очень даже симпатичная машина. Тем более за 40 000. Положи еще сотка, будет все нормально. Девятка, 98 год. Пожалуйста. 40 000 рублей.
колеса уже стоят криво, по-моему. Ну, в принципе, без разницы. Да, три раза продавали на Авито, понятно. Нет смысла вообще даже рассматривать эту хрень. Ух ты, блядь. Вот это уже интересно. Вот на этом приезжать можно в Шарагу. ЗАЗ 965, Запорожец, 65-й год. Бля. Ух ты, ебать. 0,9 литра, 27 лошадиных сил. Подается машина, основные узлы агрегата в отличном состоянии. Двигатель полностью исправен, кузов абсолютно нержавый. Находится в гараже под крышей для любителей электромобилей. С историей немного доведетесь до ума и будете обладателем отлично узнаваемого средства передвижения из СССР. Отсылка на фразу «автомобиль роскошь, а не средство передвижения». Вот что такое. Опа, горбач. Ебать, как в этом... Как в Простоквашино. Прям один в один. Тут даже цвет совпадает. Так, а теперь посмотрим, что есть еще в Volkswagen. С учета снят. Без колес, без двигателя, без коробки. Можем договориться с двигателем. Стаканы целые, пороги вареные. Ну и шикарно. Но только это не очень меня интересует. Мне больше интересует Москва 412 года. За 1980 рублей. Ну, вообще лихо. Ой, блядь. Ну это даже эстетично смотрится в какой-то мере. Но все-таки бампер нужен. Москвич, все дела. Не гнилой даже. Продам Москвич 412 в хорошем состоянии. Стоим в гараже больше 10 лет. Не гнилой комплект, нет аккумулятора на восстановление и на запчасти. Документы потерялись, авто с одним хозяином. Не заводили мотор, времени заниматься нет. А смысл продавать машину, если у нее документов нет? Вернее, покупать смысл какой? Ford Sierra, 89-й год. Опачки. Авто разобрано, так как планов было. Откапиталить полностью все, что снято в наличии. Двигатель, коробка, приборная панель, ТД, живые 4 двери, мотор оригинальный, авто стоит на учете. Цена без литья с фотографией. Да мне оно не нужно, только вот этот диск хороший. А, нет, они все такие, кроме одного. Блять, еще и победа, победобесие, это идиотское. Ну, кстати, атмосферная машина, если присмотреться. В принципе, можно и рассмотреть вариант. Довольно неплохо. Только собирать все это заебешься. Плюс американка. Мазда тройка. Вы выиграли катку-то там хоть? Нет, я неизвестно. Блять, что же у вас? Опять инициатива из рук в руки переходит, что ли? Да. Понятно. А эти время смотрю 21.09 2002 года. И кажется, опять догадываюсь, где это. А, ну да, это Маяковка. Ага. Так, золото у нас с помощью скотча. 30 фото в отчете. Авто три раза продавали на Авито. А смысл, блядь, тогда покупать ее? Передачи скорости не вылетают, лонжерон, порог, телевизор, понятно. Вот, 21.11. Автомобиль в среднем состоянии, раз скорость улетает, остальной вопрос по телефону. Чего люди такие неграмотные-то у нас, а? Не знают, как пишется слово. Два раза продавали на Авито, понятно. О, копейка, 48 тысяч. Самыми лучшими запчастями. 79-й год. Опачки. А есть? Всем доброго времени суток, ну и года. Прекрасно автомобиль безотказно выполнял поставленные перед ним задачи. За что нравился лучшими запчастями? Очень надежно. Техническое состояние отлично. Работает абсолютно все под ручного тормоза. Масло не жрет совсем. Внешний вид не совсем соответствует обложкам глянцевых журналов, но откровенной гнили нет. Доедете до любой точки России без каких-либо происшествий. Продается автомобиль. И твою мать. Как на фото. Вообще. Удобный руль рейд. А, блять. Как узнать, сколько здесь просмотров было на объявлении? Когда оно выставлено вообще? Ну, блять, конечно, здесь не оригинальный салон. Но все-таки за
49 000. Вполне себе шикарно, я бы сказал. Бывалый Жигуль. И, в принципе, с ним можно сделать все что угодно. Единственный цвет, конечно, скучноватый. Не белый, не черный, не зеленый. Покрашен, походу, кисточкой, но... Хрен знает. Пока что одно из лучших, что было. Лучше только Москвич. Volkswagen Golf, 85-й год. Обмен не предлагать. Заводится, ездит. Ладно, это какая-то херня, скорее всего, Deo Nexia. 43 589 рублей. Автомобиль проверен на корректировку пробега. Юридически чист. Какой кредит, блядь? 43 000 машина стоит. Че, совсем, что ли, блядь, ебанулись? Гнилая Nexia, что тут обсуждать? Была у 8 владельцев, наверное, и удрочили в ноль. В ней трахались армяне, скорее всего. И не только армяне. И не обязательно мужчины и женщины. Просто, блядь, 4 владельца ПТС. Короче, полный пиздец, чисто рабочая лошадка. 4 владельца, сервисная книга. Ужасное состояние, но за 43 000, наверное, пойдет. Что у нас тут, 75 лошадок, 278 000. Короче, на машине делали буквально все. И еще, то ли еще будет. Но, честно говоря, говно то еще, плюс оно китайское, плюс, вон, копейка 79-го года меньше сгнила. Так, Москвич 2140, 88 год. Заводится, аккумулятор заряжен, капсула времени из СССР, всем в комплекте, без переделок, как с завода. Один из последних москвичей 2140, настоящая классика, 88 год. Последний для этой модели. Авто полностью комплектное, в родной краске, не ржавый, с маленьким реальным пробегом. Выиграл лотерею первым владельцем, как в бриллиантовой руке. Знаю лично обоих владельцев москвича, родная резина. Никакого колхоза в салоне под капотом, состояние как с завода, много запчастей прилагается. Только заботливые руки любителей москвичей и советской классики. Полный комплект современных документов для учета. Ебать. Да ладно. Не может быть. Вот, бля, вот эта тачка, нихуя себе. Ебать. 88 год. Сделано в СССР. Охуеть. Педали какие-то маленькие. Подсос, вон там все есть. Проиграли. Проиграли? Угу. Ну, блядь, ну чё ж ты такой неуклюжий? Я думал, вы выиграете. Да, мы уже почти выиграли, они просто взяли... У нас такие кресла в лодке стояли. А это было как в той игре, Когда вот, то вся команда у них умерла, то вся команда у вас умерла. Да вообще, это ужас. Ебать, я тут такое нашел, блядь. 45 кусков? Охуеть. Это пока что вообще лучший вариант из всего, что я видел. Как пост там сидит. Охуеть. Ну, больше, видимо, явно не продавался на Авито, я думаю. Это же бред. АЗЛК. Завода уже нет, и завод снесли в Москве. Ну, блядь, москвич еще жив. Довольно неплохо. Бля, я бы взял, если честно, сука. Найти аптек, случайно не нужен москвич за 45 кусков с документами. По-моему, явно не нужен. Нет. Ну, блядь, ну чё ж ты такой скучный? Бля, вообще любимка. Цвет, конечно, не яркий, но все равно неплохо. Passat 89. Ёба, бля. Я на первой фотке думал, что он красный. Ага. Досмотрелся. Блять, как все тяжело-то. Кстати, идея идеальная машина для той моей передачи, которую я придумал. Блять. Хотя нет.
Может быть еще хуже. А она едет вообще или нет? Продается с документами на ходу. Да, блядь. На ходу? Вы уверены, типа, это вы правда вообще говорите? Ебать мне колеса, а. Не, ну вот, в принципе, можно так все оставить. Единственное, вот эти пластмасски убрать, чтобы не мешало. И вот эту херню тоже. И можно и ехать, в принципе. Я вот, бля, вот на самом деле машина имбовая, вот. Я лично так вот всегда и езжу. Хотя там катка идет сейчас уже новая. Да. Просто вот на секундочку отвлекись, я вот просто вот так вот поехал бы, если честно. Вот даже бы ничего не разбирал. Ну, в Дискорде просто скинул. Алло, ёпта, кувшинка. Солись мне, да? Просто хотел, чтобы ты оценил. Это охуительно. Это то, что надо. Бля, я клянусь, я бы так и ездил. Это просто пиздец какой-то. Это просто охуеть. Московская область Клин. Конаково 38 тысяч. Все просто по телефону. Я и на Керри всех соберу. Чё? Бля, ну неплохо, неплохо, 20 тысяч. Да у Доки-то есть вообще? Так. Я... Юбя. На сессии сейчас, то есть... Ты разъебешь их соло. Конечно. Поршни прокручиваются, не заводили лет 15 его. Заведется или нет, не знаю. Тормоза отсутствуют, остальные на ход документов нет. Жалко на металл сдавать. Может кому под разбор нужно, быстрым скидка. Ну вообще интересная машина, конечно, интересная. Такая еще иллюзия складывается, как будто двери. Дверь как бы одна. Вернее их три. Бля, вот это да, ебать. А как во всем мире делались машины, например? Вот такого, например, характера, да, вот внедорожники, например, были. То есть, например, вот, видите, да, вот такое вот. То есть, ну, вот они так выглядят, вот так вот выглядят. Или, например, в Америке было вот такое. Допустим, вот, как вы видите, вот здесь, или, например, в Японии практиковалось производство вот этого, ну, то есть, например, вот, вот такого, например, какого-то, или вот такого, или вот такого, или такого, ну, как бы выглядит, да, у нас производили вот это, да, ЛуАЗ. 969 за 35 тысяч рублей. Продаю вас без документов, не на ходу. Требует времени и рук. К нему же есть запасные части, продаю все целиком торг. Бля, а зачем? Хотя, в принципе, под джиперские цели, что привозить его на хайцепе подойдет. Я бы сказал, даже очень. До экстрима чист. Поэтому мы на этом моменте будем заканчивать. Да? Охуенное объявление мне вот сюда. Чё? Наконец-то заканчивается. Ну а чё ж? Я все посмотрел, все объявления, которые были. И понял, что единственный вариант это был вот этот москвич и вот этот москвич. Одни москвичи, короче, решают. Вот. Все остальное было, наверное, полным говном. Или без документов, или утерянным всем подряд. И там. Жигули вообще ни о чем, что я даже их не увидел сегодня. Некси все гнилые, Форд Сьерра, это херня. Это я видел 300 раз уже продается, это никому не надо. Ну, Ауди еще вот это неплохая. И все, в целом больше ничего интересного нет, все остальное гнилое, убитое и скучное. Вот, поэтому покупайте Луазы и будете счастливы. Все, короче, всем до свидания, нахуй, всем пока.